Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы с вами продолжаем бегать по миру, в котором полно зомби, и мы их крушим в игре под названием Dead Island 2. Сейчас мы с вами вернулись на нашу базу, в наш дом, и первое, что я хочу сделать, это кое-что взять. Это необычная модификация испепелителя. Звучит круто, что у нас тут это хранилище. Я бы хотел к торговцу подойти, вдруг у него что-то тоже есть. Что-то очень полезное, например, чертеж аптечки. Крайне необходимая вещь, стоит 0. Плюс я бы хотел взять пару предохранителей. Бывали случаи, Бывали случаи, когда можно было его использовать, но использовать я его не мог, потому что у меня его не было. В общем, предохранители теперь есть, я не знаю, продавать, наверное, мы ничего не будем, все пригодится в быту. Правда, может быть, самодельный меч продать, хотя он и улучшенный, топорик. Блин, я не знаю, как бы меч мне не особо приглянулся, поэтому, наверное, пользоваться я им не буду именно вот этим. Давай продадим, да. Потом я, ну, биту, конечно, не буду продавать, кувалду. Армейский нож мне вообще не понравился, честно говоря. Лучше мы его разберем. Мачете — это классика. Тесак мясорубка было неплохо. Грабли — идеал. Когти мясорубка тоже неплохо. Складная дубинка, ну, ей я не пользовался, она низкого уровня. Предлагаю тоже продать. Ну и пока, наверное, больше ничего продавать я не буду. А, командирский меч. А вдруг его улучшить получится огнем? Давай-ка попробуем, а? Так, где наш командирский меч? Ну, улучшение. Горение, друзья. Слушайте, это хорошо. Как он выглядит с такой реально газовой горелкой? Плюс умение. Не знаю, утяжелитель. Уменьшает скорость атаки, но увеличивает... А знаете, а я, наверное, повышает скорость атаки сделаю, да. Сабелька должна быть легкой, мне так кажется. Далее. А что еще можно улучшить? Слушай, знаешь, что я сделаю? Я, наверное, доведу до нашего уровня, подгонка уровня. Да, деньги позволяют, почему бы и нет. Плюс подгонка уровня граблей, классная вещь. Ну и кувалдочку. Блин, стоит дорого. Но оно того стоит, это же кувалда. Их, не знаю, ладно, сначала ремонт давай. Так, тесак. Ну, я не знаю, нам хватает такого количества оружий. Черт, очень сложно, друзья, порой понять, чего хочется оставить, чего не хочется оставить, что хочется разобрать. Но зато, друзья, если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну, а мы с вами, друзья, отправляемся по квесту. Убедите Майкла вам помочь. Кто из них Майкл? Ты? Ронни? А кто из них... Ты Майкл, да? Я знаю, что ты. Вы же Сэм Би. А, Майкл — это тот чувак, который... Я понял. Ее этот... Менеджер или кто он там ей? Майкл? Майкл! О, смотрите, Кёртис здесь уже. Чё-то я кричу, Майкл, Майкл, а нигде его нет. Где-то в доме он по-любому есть. Этот... Он спрятался, я уверен, он засал просто. Майкл, ты бы так и сказал. Я боюсь, мне страшненько, я не хочу ничего делать, я хочу сидеть в доме и вообще как бы так, да. Это не Майкл, слушай, это Майкл. Вроде бы, друзья, нашел я его. Ха, поехавшая бабка. Ты? Надеюсь, ты довольна, демоница? Эй. Ох уж эта девочка. После всего, что он для нее сделал. Нет, с меня хватит, пора поталкивать. Эмма Джонт. Погоди, бабуля. Простите, мэм, не скажете, где сейчас Майкл? Ушел! Туда. О-о-о. Не засал? А ты чего ожидала? Он был ее главной опорой. И тут такое, потом являешься ты, а следом Сэм, и все. Его списывают со счетов. Куда он пошел? Убери руки. Куда-то, я не знаю. Ушел добиваться ее внимания. Или она ему все-таки опротивила? Эта женщина в других в упор не видит. Эй, не смей так о ней говорить, ясно? Ты ничего не знаешь об Эмме. Окей, остынь. Черт, я должна его найти. С чего такая забота? Если он умрет, мне конец. Простите, неправильно это. Команде нельзя распадаться.
Может быть, он... Он забрал ключи от своего дома в Хиллз. Значит, я отправляюсь туда? Порой пути Господни охереть, как неисповедимы. Перданамо Диас. Насчет Бога я не знаю, но мне в путь дорогу точно пора. Иначе рискую не догнать. И я буду молиться за Майкла. Я докажу, что вы ошибаетесь. Так, ну что? Майкл отправился куда-то в Беверли-Хиллз. Тут мы, в принципе, все сделали, что хотелось бы. Поэтому нужно... Пушки? Майкл пропал, сначала нужно его найти. Без проблем, без проблем, я все порешаю, это моя работа. Пушки? Ты хочешь дать мне пушку? Эй, Карл, а у тебя пушек нет случайно в продаже? Эх, зря. Ну, в путь дорогу, друзья, без пушек, с нашими старыми добрыми штуками, кувалдами и... Стоп, а я мачету не починил. Моя ошибка, а как это я без мачете буду? Это ж оружие последнего аргумента. Мачеточка моя, надо тебя подгонять по уровень, наверное, стоит дорого. А почему бы и нет? Все, улучшения нам не нужны, нам нужен ремонт. Вот теперь мы вооружены и полны решительности. Все, все оружие, друзья, поставил, ибо мы тут засиделись, заждались уже приключений. Даже нож я решил пока не разбирать, вдруг пригодится. Вдруг появится какой-то специфичный зомбарь, против которого нож будет эффективен. А пока я помахаю сабелькой. Жесть, а лезвие прямо раскалено. И насколько это эффективно? Раскалять лезвие. Ладно, электричество, оно понятно. Мы будем поджигать зомбарей? Или нет? Слушай, это случайно не тот дом, где мне нужен был предохранитель? И где я не мог добраться до него? Так, у нас тут есть сейф. Предохранитель 87 метров. Погоди-ка, а тут у нас закрыто? Открыто. О, нет! Крушитель! Как же я вас не люблю! Опа! Бэм! Оп! Это такая же невеста, как невеста, только не невеста. Надо ее поджечь. Она загорелась, отлично, урон пошел. И когда она горит, я думаю, можно уже экспериментировать с дубиной. И шо? Оба! Бум! Как же жестко она обгорела, а? Да все, успокаивайся. Так, что там из нее выпало? Торцевой ключ. Даже если я не буду его использовать, разобрать его на компоненты, на составляющие, всегда приятно и полезно. Так, погоди, а предохранитель? Там 90 метров, там... Многоуровневая игра. А, я все вспомнил, где было место для предохранителя. Туда-то мы сейчас сходим. От сейфа ключа у нас пока так и не было. Я чуть не перепутал. Иди сюда. Бум! А. Так. Как раз по дороге. Стоп, а тут проход-то есть? Да. Отлично. Ночью, я думал, будет страшно, но, честно сказать, не так уж и страшно ночью. Стоп, погоди-ка, а что это у нас тут? Вот это! А? Гараж. Что за звуки? Мы так не договаривались. Вообще-то. Ну, вообще-то я думал, будет хорошо, а не подстава. О, гранаты, гранаты, давайте, взрывайся. Хорошо, хорошо, поехали. Поехали, поехали. Пухляш, давай. Прилег. Че, живой? Я думал, ты взорвался. А это, наверное, другой. Бэм, бэм. Еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот так дела. Вот так дела. Блин, удары кувалдой порой настолько мощные, настолько сильные, что даже конечности отлетают от врагов. А у сабельки... Ой, ну только не это. Кто-то меня еще сзади бьет. Ой, там еще один крушитель. Да вы гоните, что ли? Ребята, что происходит? Я понимаю, что здоровья мало, но надо как-то выживать. Слушай, надо эту штуку поджечь. Идите сюда. Давайте, давайте, я попробую поджечь. Не знаю, поможет это или нет. Там электрозомби? Там какой-то электрозомби, вы видали? А чё ты не загорелся, дядя? А чё ты не загорелся, дядя?
А чё ты... А где? Почему я не могу идти? Тут столб мешает. Блин. А вот этого я не видел. Дядя не загорелся сразу. Вау. Чё? Ты умеешь так делать? А у меня хилов. А где хилы? А хилов нет. А я почему-то думал, что хилы есть. Ладно, я все еще жив пока. Погибай. Остался последний. Злобный, злобный, злобный дядя. Снова загорелся. Фух. Вот так дела. О-хо-хо-хо, это было так страшно и опасно. Там еще видели какой-то электрозомби? Он электричество испускал или это его чем-то ударило? Так, нужно найти верстак и скрафтить аптечки. Я почему-то не обратил на это внимания. Мне почему-то казалось, что аптечек хватит. И ради чего я залез, друзья, сюда вообще? Что там лежит? О, синий армейский топорик. Синих вещей у нас пока не было, знаете, оно того стоит. Так как топорик, он же будет долго с нами. Что это? Нам не нужно это. Аккумулятор нужно было достать. Не сообразил, друзья. Перенервничал, не сообразил. Так вот, армейский топорик — это здорово. Нужно будет его проапгрейдить, и, возможно, это станет основным оружием. Ну, потому что это топор, он улучшенный, и нам все-таки туда, да? А почему не туда? Там же нет зомбарей, уж тем более электрических. Ладно, как-нибудь прорвемся. Не впервой, не впервой, прорвемся. Вот этот здоровяк меня смущает. А знаешь, что я сделаю? Давай, взрывайся. Взрывайся. Только сейчас надо было взрываться. Нет, нормально. Я думал, поздно прыгнул. Почувствуй силу огня, дядька. Так, надо тебя чем-то приложить более серьезным. Слушай, а против него нож электрический может хорошо отрабатывать. Удары быстрые и... И он толстый. А, я вместо того, чтобы... Отскок сделать? Не. Вместо того, чтобы сделать отскок, подпрыгнул. Это могло закончиться печально. Ладно, пока прорываемся. Даже левел постепенно качается, но аптечки ни одной как не было, так и нет. Я смогу туда попасть? Да, карта у нас была. Ох, даже я не знаю, с чем лучше бегать. Нож крутой, но эффект электричества почему-то наносится очень медленно, да? Обратили внимание, что ты тыкаешь, и током его практически не бьет. А вот саблей, точнее мачетой, когда махали, тогда прямо разряды проходили как, ну, как положено. Каждый удар заполнял шкалу довольно ощутимо. А ножик чук-чук, вроде бы и урона много, а вроде бы и вообще бессмысленно. Странная, конечно, вещь этот нож. Дом Майкла уже близко. И хорошо, что посветлело. Так. Контейнер для хранения чего? Я думал, там тоже будет что-то супер стоящее. Но ничего, и в начале новой локации по-любому должен быть где-то... Верстак. Он же здесь есть? Не пропустить бы его? Это велосипеды, это не верстак. В багажнике пусто? Записка. Но я, друзья, принял решение записки не читать. Здесь не такой серьезный и глобальный сюжет. Поэтому записки вряд ли что-то объяснят прямо. Кто там уже рычит? Кто там собрался рычать? Так. И сюрикены, блин, супер полезная вещь. Уже несколько раз довольно сильно выручали нас. В туалете! Засада! Нет. Странно. А вообще была бы печальная участь, конечно, погибнуть, сидя на туалете. Так, карта, она случайно не отображает? Ой, слушай, верстак. Так, это получается, он туда нам. А, это, погоди, это наверху? А как туда забраться? Верстак вон там. За холмом этим. Могу ли я по нему залезть? А, нифига. Подожди, 16 метров, он должен быть где-то... Где-то тут. Прям подожди, где-то прям вот, вот, прямо вот, где-то вот тут он должен быть. Короче, наверху в любом случае нужно бежать наверх. И я отметку поставил на верстак, но она все равно в другом месте, странно. Короче, обходим тогда по кругу сейчас, холм этот, и забираемся наверх.
Погоди, ты пока не на месте. Это все прекрасно и просто чудесно. Вот куда нам нужно. Да ладно. Хорошо, как попасть в дом? Перелезть через стену? Или где-то должна быть другая дверь, может быть? А еще здесь... А, прикольно. И как я должен попасть в этот дом? Мне не дают в этот дом попасть, а других верстаков поблизости, похоже, нет. Но на холм залезть я не могу, просто физически. А в дом нас не пускают. Даже не написано, что ключ какой-то нужен или типа того. Просто типа нет, и все. Наверное, по сюжету нужно будет туда попасть как-то. Видите, тут другого входа нет, только ворота. Ладно, тогда без верстака будем выживать как-то. Может, еще найдем один. Химикаты. Чуете там кого-то живого? Я чую отрубленные ноги. Оу! Чего? Прикольно. Блин, хороша сабелька, зараза. Ну, вот из-за того, что она очень быстрая, ты становишься жадным. И хочешь больше ударов нанести. Это даже минус, наверное, в какой-то степени. Оу. Кто-то убил этого зомби. Ха, здесь есть кровавый след. Реклама для Майкла. Еда. Это мне? Она свежая. Выходит, тут кто-то был. Как много крови, но чьей? Майкл? Черт, кровавый след ведет сюда. А дверь заперта, неужели он? Надо открыть дверь. Ребятки, вы ко мне в гости. Халявные убийства зомбарей. И чё? И чё? Ну и чё? И чё? Ну и чё ты доказал этим своим поведением? Ну, чего ты добился? Блин, я сам чуть не умер. Я думал, меня не достают. Так, мне бы подхилиться. Есть что похавать? Ладно, открываем. Саундтреки. Аптечка. Ну, наверное, тратить я ее пока не буду. На черный день оставлю. Так, стоп. Здесь все заперто. Что это? Записка. Если это Джесси повесила ключи на крючок, то где же они? А, в мусорке. Так, что же за закрытой дверью? Майкл, я иду к тебе. Блин, да ты Майкл? Нет, это не Майкл, это просто ходок. Он удрал. Смотрите. Кухонный нож. Ничего, он мог выжить. И пойти к Джесси. Нет места. Я думал, ресурсы бесконечно можно. Я понял. Карта съемочной площадки. Ладно, неважно. Адресные карточки. Мне нет времени проверять карточки в поисках Джесси. Ай, Майкл круче, чем кажется. Ой, как оно искажается, забавно. Я вот что, друзья, подумал. Надо оставлять вещи. А я думал, бесконечный инвентарь. Это Роксана Квон. Если Джесси занимается у тебя, можешь передать, чтобы вернулась к 8, а то она пропустит вечеринку. Но тебе, наверное, лучше не приходить после, сам знаешь чего. Ладно, пока. Так, значит, я ищу Джесси Квон. Но тут все еще нет никакой Джесси Квон. Не, надо в комнате искать именно. Стой, а... Джесси Квон. И живет она в соседнем доме. Надеюсь, в том, где есть верстак, и меня туда пустят. Через окно будет вернее всего. Не, нифига. В другой дом нам нужно идти. Ладно, а что-то тут есть? Ну, бассейн, я искупался бы, хотел сказать я. Потому что я весь красный. О, только не мухи. Аж шапка слетела, молодец. Опа. Подхил пошел. На. А чё коленом? А чё, подожди, она не погибла? Обычно после такого гибнут зомбари сразу. По ногам. Чё-то у меня оружие ослабло. Раньше я с одного удара рубил ноги. Класс, только подхилился и сам себя... Ноги не рубятся больше. Отлично. Зомби укрепили ноги. Поздравляю, зомбарей. Не могу я бегать с красным изображением. Пришлось потратить аптечку.
И ради чего я, блин, их убивал? Че сюда попёрся вообще? Аккумулятор. Можно было бы бросить его в воду, если бы тут была вода. Ладно, погнали вперед. Вот куда лежит наш путь. Ну чё? Не трогай своими грязными руками мою решетку. Мне больше и больше начинает нравиться сабелька. Так, вопросительный знак. Может быть, верстак? Тут? Верстак! Верстак! Блин, он в гараже, серьезно, ну? Ну подожди, ну это серьезно? А чё, в чем прикол? Вот вы дали мне верстак, как бы, на, бери, но он в гараже, а входа нет. Нет окон, нет дверей, нет ничего. А как в него попасть-то? Ну, с какой бы стороны я ни обходил, похоже, не предусмотрено сюжетом или типа того. Нам верстак давать сейчас. Либо есть какая-то кнопка от дверей гаража, либо есть еще один вариант. Через окно. Не влазит. Кстати, почему было замедление, когда я прыгал? Если бы я умел врубать замедление, когда это нужно, было бы здорово. Рики! Ты кто? Прости, зомби, туса закончилась. Я не зомби. Пиццу привезли. Эй, ты с пиццей? С пиццей? Просто впусти меня. Тут такое дело, если я открою дверь, сюда может ворваться толпа зомби. Добром это не кончится, к гадалке не ходи. Так чего не закроешь ворота? Ну да. Короче, тут знатная туса, сечешь? Кто-то, не я, решил покататься на воротах, но они открылись. В гараже дофига запасных деталей, ну и шушеры там куча. Тебе такое не по зубам? Окей, я разберусь. Блеск! Я открою гараж! Ты выдворишь незваных гостей и починишь там все. И тогда милости прошу в мой дом, Ципа. Давай, вот. Эй, Рокси, у нас гости! Найди им свои джинсы! В какой жопе они? Как вы до сих пор живы? Как вообще все тут живы? По-моему, единственный разумный персонаж это наша героиня. А, электрические щиты нужны. А где я должен его достать? Оу! А, зомби в защите, понятно. Так, принимаем позицию получше и против зомби в защите. Насколько мне известно, эффективны взрывы. Чё, не загорелся? Давай. А чё не горит до сих пор? Ладно. Я думал, он загорится. Надо было все-таки ударить его. Беги! Yes. Так, либо по башке бить. Ты чё бы не был оглушен. Так. Либо молотом. Тоже хороший вариант. А чё ты не ударила? Сделала замах, но не ударила. Типа не надо? Ага, вот это резкая дамочка. Давай-ка, подхил. Оп. А чё подхил не сработал? Классно, на нее подхил не работает. Да и пофиг, в общем-то, и целом. Еда, много еды. Упиваемся всем. Что ж пугаешь-то так? Ты толкаешься, ты зачем? Следующее. Следующее. Подхил. Ну и все, вот этих ваншотает. Некоторых зомби она ваншотает, а некоторых приходится попотеть. Так. Итого, что мы имеем? Хочу в гараж, там верстак. В верстаке апгрейды. Апгрейды это хорошо, ты чё разлёгся? Вот выключатель. Все, вечеринка закончена. А чё она не закрывается? Вечеринка закончена, я сказал. А, они закрываются, но медленно. Так, ну что, друзья? По...
По хулиганям? Классно, верстак не работает. Бывает, понимаю. Еще один выключатель. Думаю, от других ворот, которые с той стороны должны быть. Держи. Че, не загорелся? Надо по гранатам бить, тогда он загорается. Пэмс. Ха, фейерверк. Томатный. Не зевай. Аптечка. Уже целых две накопилось. Продолжаем наш путь к воротам. А чё там к зомби горящий бежит? Гранаты. Запускай гранаты. Класс, 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 класс. Делаем ноги. О, двойной даже. Подожди, а чё зомби горящие идут? Откуда? Или это какой-то новый вид? Новый вид зомбарей. А нормально руками брать горящего зомбаря? Насколько это нормально вообще? Насколько это адекватно? По-моему, против них не будет эффективно использовать наш нож. Да, понадобится что-то другое. Электрическое. Подходи. О, он еще и толстый. Пошел, пошел, пошел процесс. Уа! Ну и тебя уже. До сих пор не понимаю, что его мухи делают. А, я понял. Они отравляют. И какое-то время будут атаку... Ну, урон наносить, я понял. Неприятно, кстати, 100 демеджа. Хотя обычно зомби больнее бьет. По правде сказать. Оба. Класс. Даже по голове не проходят удары. Ну, вроде бы это был... Ты-то где взялось? Сзади пришел, так проход был закрыт. Или я не досмотрел? Фух. Так, где этот выключатель, чертов? Я его потерял, если честно. Стоп, погоди, я же его потерял. Они бесконечно будут сюда приходить. Подожди, а где выключатель? Стоп, если я его не найду? Погоди, а где? Куда я его бросил? Нашел, друзья, еще один. Не знаю, свой старый я так и не нашел. Все, дверь закрыта. Опа! Не прошел ворот? Ну, электричество, возможно, даже лучше, чем огонь, потому что оно станет. Ну, станет. Ну, в смысле, не станет? Он, ну, хорошим. Ну, вы поняли, стан. Чел не может двигаться. О чем это я? Все поняли, один я какую-то фигню говорю, так что давай. Все, ребятки. Погнали. Даже не заперто? Слышь, ты пиццу приперла или дралась зомби во дворе? Я починила ворота. Кто-то сказал пицца? Нет. Прости, деваха. Большая туса перед тобой была. Черт возьми. Нам надо эвакуироваться. Рокси. Рокси, не время спать, детка. Пора эвакуироваться. Джесси, собирай манатки, нам пора. Народ, эвакуация закончилась. Ай, блин, чертова голова. Че у вас тут творится у всех? Как вы живете в этой жизни? Бум! Годс энд виски! Блин, у нее лицо так опухло. Прямо вот реально очень опухшее лицо. Снова проспали будильник? У вас так много еды? Еды? Так, надо... Народ, соберитесь. Мне нужен Майкл Андерс. Зачем тебе этот зануда? Они не ладят. Нельзя называть лид-вокалиста Gods and Whiskey погасшей звездой. В точку. На самом деле ты падающая звезда. Падавшая звезда. Хватит нести чушь. Окей, окей. Может, Джесси знает? Ее здесь нет. Спину не буравят неодобрительным взглядом. Еще одна записка. Дорогая матушка, если вам снова приспичит заняться чем-то, вы это, в туалете делайте. Постарайтесь, пожалуйста, кричать не так громко. Это все ты. Пишет, что пошла на холм помогать другу. Вы пускаете ее наружу? Эй, она умница. На медицинском учится. И тихоня еще та. Как не обернусь, воу! Она у меня за спиной. Я ее найду. Круто, похоже, дом в нашем распоряжении.
Но нет, нет уж, мне надо собраться с мыслями. Эй, да ладно, с ней все будет хорошо, она ее отыщет. Ну же, давай, пораскинем мозгами или чем еще. Да, в этом мы хороши, спасибо. Расскажи о своем большом начинании. Так, ладушки. Надеюсь, нам можно наконец-то воспользоваться вашим верстаком. Ура, спасибо большое от души. Итак, первое, что нужно сделать с топором... Почему я не могу поднять ему уровень? А, он восьмого и так. Значит, улучшение. Целых три ячейки. Что это? Ранище. Дает небольшой бонус к урону и преобразует урон в ранище. Несколько попаданий по зомби накладывают эффект кровотечения. Против больших это будет неплохо. Постепенный урон, я так понимаю, да? Давайте потестим. Давай. Давай сделаем кровотечение. Дальше. Легкость, прочность, доработка. Повышает урон, уменьшает прочность. Повышает прочность и силу удара. Ну давайте, топор, по идее, должен быть и сильным и рубящим. И я не знаю. Повышает силу удара, но уменьшает скорость еще. Повышает урон. Ну пофиг. Пофиг, у нас много оружия. Главное, чтобы урон был хороший. Ну и импульс есть. Так, эту штуку мы ремонтируем, разумеется. Хоть это и дорого. Остальное можно разобрать. Так. Так. Нож. Да разберем мы его, нафиг нужен. Хотя было бы, наверное, лучше продать. У нас же запчастей много лишних. Хотя мы потратили сейчас. Так, тут хранилище есть, слушайте, запчастей. Вот это было бы полезное. Обычно в таких местах аптечка. Аптечку хотел скрафтить, а у нас их уже 4. Обычно в таких местах есть хранилище, но тут его нет. Тогда, давайте вот что сделаем. Рюкзак, топор. Вау. Ну, посмотрим, на что ты будешь способен. Где ты? Есть, вот он. Ну, а чё он не полностью целый? Ладно, пофиг. Так, что это у нас? А, классно. Ой, классно, 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 классно. А чё меня током бьет, когда меня даже в воде нет? Ладно, пофиг. Бесхозный краденый меч? Это по мне. Подожди, это задание? Чистая работа. Халявный меч. Ищите записки у бассейнов в Беверли-Хиллз. Блин, я думал, выберу задание и как бы... Подожди, а чё в записке вообще сказано? Коллекции, это тут? Записи. В общем, друзья, прочитал записку. Меч находится в контейнере. Но так просто его открыть не получится. Во-первых, потому что я не знаю как. Во-вторых, тут электричество. В-третьих, нам что-то нужно. Похоже, нужно искать другие записки. Там будет подсказка или типа того. А электричество по... отключить не полу... Может, тут? Нет? Откуда вообще кабель идет? Короче, ладно. Пока не знаю, как отключить электричество. И что для этого нужно? Все же я рискнул. Что надо? Нужен предмет ключ обе. А-а-а, как же больно током бьет. Да не ори ты. Пофиг. Погнали. Так, задание, задание. Будем заглядывать в бассейны и смотреть, что, где, как и куда. Подожди, прочтите записку Джесси, а я ее не прочитал. Че за дела? Откройте двери. Так, они ремонтировали дом на холме. Ну чё, полетели тогда? Дом на холме, зомби прямо из... Нужен хил. Как топорик работает в этом плане? Ну, просто втыкает в лицо. Как вариант. Как вариант. Так, чё по урону? Давай смотреть. Тут был еще один зомби, где он? А, куда ты идешь? Это, кстати, вонючие. С мухами. Просто пол тела вырезал. Буквально кусок мяса. С корнями. Чё творится? Чё творит этот топор?
А знаете, неплохо. Был бы он еще двуручным, конечно. Мне кажется, можно было бы вообще одним ударом просто напополам разрубать. Но он не двуручный. Красотка. Ты меня ждешь? Вы видите? Нет, вы это видите? Просто вырезает руку с половиной туловища. Что это за место? Бассейн тут есть? Мы же бассейны ищем. Ну, по логике, как бы, это похоже на бассейн. Смертоносные зомби. А, смертельно опасные? Ты смертельно опасен? Слушай, он смертельно опасен. Не, это бесполезно. Это очень плохая была идея. Я, конечно, попытаюсь удрать, но я не факт, что получится. Прыгай. Я ноль урона наношу. Походу, в эту локацию еще рано. А ты что такой живучий-то? Не-не-не-не-не, ребятки, я это... Вы там сами как-то. Я в другое место иду, если что. Я вот сюда пришел, да. Что это за шум? Бассейн. Сперва бассейн осматриваем. Вроде как... Ничего нет. Ну, я не вижу записки. Наверное, нужны пустые бассейны. Как думаете? Оно берет, выкидывает хлам буквально на землю. Лучше бы оно телепортировалось. Нифига. Вот это сюрприз. Лучше бы оно телепортировалось, типа, знаете, в рюкзак домой. Что с собой носить нельзя, как в некоторых играх. А все излишки оказываются в рюкзаке. По-моему, это было бы мега удобно, как считаете? Зомби-туса? Джесси специально приманивала зомби. Необычно. Зомби-туса, друзья, лютая. Я для превьюшки делаю этот. Ладно, порубили бы. Понеслась, точнее. Порубили бы. Я хочу рубить и как бы валить и... Бэмс. Ну, рубилова, короче. Старая добрая рубилова. Зомби-рубилова. По-моему, топор начал меньше урона наносить. Нет такого ощущения. Да, куски, конечно, все еще стабильно отлетают. Надо просто по конечностям бить. А я понял. Тогда больше урона. Накладывается увечье лютое и... И вот что происходит. Нарубили. Такс. Генератор выключать стоит или не стоит? Да, наверное... Зачем? Хотя его же включить можно, и в бассейне будет электричество. Если вдруг зомби оттуда полезут, их будет бить током. Мне-то в бассейн как бы и не надо. Так, как в дом попасть? Черт, кто-то понаставил ловушек. Ха. Это ствол? Нифига. Может, скоро и огнестрел появится? Вот еще ловушки, а зомбарики. Вы что там? Сюда идите. Посмотрим, как ловушки работают. Я вижу тут растяжки. Не знаю, взрывные они или нет. Первый отъехал. Второй тоже. Новая карточка защиты. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А где? Воодушевли. А где карточка защиты опять? Истребитель. Я думал, это отдельный раздел. Какая карточка открыта? Это все атакующие заклинания. Какая из них защитная? Блок. Поставив блок во время выносливости и оглушите зомби, после чего сможете провести, понятно. Но у меня не блок, у меня увороты. Толчок ногами, который я не использую, и... Опять, я не понимаю. Все карточки выглядят одинаково. Как я должен запомнить, какая была, какая нет? Жизнесос. Атакуйте зомби резким ударом, чтобы пополнить здоровье. О-о-о-о! А знаете, а наверное, да. А наверное, полезная вещь. Открыта новая способность блок. А, у меня этого не было? Я думал, у меня это было. А я думал, у меня это было. Вот, блин. Сделайте их визуально различимыми. Это ж такие очевидные геймдизайнерские, ну, правила. Разные предметы, разные вещи, разные действия должны быть визуально различимы. Не надо их делать одинаковыми. Подожди, там мышеловки просто. В чем смысл?
Как ее обезвредить? Что за мышеловки? А, вон! Я понял. Надо, короче, подниматься на второй этаж, я думаю. А там электричество. А я как бы небольшой фанат. А-а-а, вот оно как. Чел сейчас встанет, да? Ну вставай уже! Я ж знаю, что ты встанешь. В смысле? Подъем. Как хочешь. Есть. Одного броска хватило, чтобы полностью вывести из строя. Отлично, я бы даже сказал, хорошо. Так, что тут? Окей. Ну, и на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. И до новых встреч. Удачи, пока и счастья вам. Берегите себя, друзья. Оба. Пока.